Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас интересный парный батл роллинг. Чем он интересный? Сегодня будет батлиться Паша. Возможно, вы помните этот аккаунт, по-любому помните, это читерный аккаунт. Был Пушистик, сейчас он стал Топчун. И Оля. Коли мы потом попозже перейдем, сначала у нас будет Паша. Находится он в гильдии Абокрю. Босс 21.00, атака фортов 12.00, по вступлению в телегу БДБ 79. Кидайте заявочки, вступайте, все дела. У нас сегодня коллекционер. Я бы не сказал, что он особо там имбовый. Его вы первым увидите у меня на аккаунте. Можно выбить порочный пакт, однозначно. Неплохо, если малыша Ника выбьем. И собрать 15 слизней, получить 20 осколков огника. Ну, такое себе. Если б 40 было, я бы еще согласился, что это круто. Так, у нас есть 51 тысяча самов. И сейчас я даже посмотрю, чтобы вам точно сказать, что нам надо. В принципе, мы это и так можем. Рогатка Бугимен на этом аккаунте. В принципе, можно было и так посмотреть. Короче, давно я роллинги уже не делал. Вот такие вот герои здесь. Здесь Махатму мы, по-моему, вбивали. Там еще Рвение, если я не ошибаюсь, и ставили. Сейчас мы это все проверим. Да, вот она есть. В общем, такой вот аккаунт. Аккаунт, ну, немножко донатный. 650 это на сегодня, честно говоря, не донат. А герои есть практически все. В общем, поехали. Сливать. Сливать, Паша, бабло. Нужна рогатка, буги и малышник. Просто каким-то чудом к нам приходит Фрея, ребят. Ну, это было бы удивление, если бы это было новостью у меня. И сразу так тройничок, вот, на тебе. Неплохо так. Три слизнячка сразу выбили. Укротитель, Кенди. Химка. Еще одна химка. Еще одна химка. Короче, стрелок. Ну, ребят, это уже имбовый роллинг. Короче, Паша химик, походу. Всадник. 13к, и мы там фигню, честно говоря, фиолетовых выбили, я вам скажу. Кенди. Да, это вообще вон. 20к, и чё, всё? Хранитель, Атлант. Короче, ребят, после того, как мы выбили 3, Одер, Медуза просто тупо перестала падать. В общем, я могу вам сразу сказать, что Паша, походу, в этом батле проиграет. Хотя Фрея, не знаю, я даже не считаю очки. Тут уже и так все понятно с такими героями. Так, ну поехали. Рыцарь. Атлант. Рино. Еще одна медуза. Я вам скажу, это все рандомчик, но что-то мне он как-то, еще одна фея, не особо нравится. Я так где-то смотрю, что штук 10 мы выбили. А не, 12. 12 штучек. Потом не поленитесь, в комментах напишите. Ради интереса. Возможно, он посчитает, будет смотреть роллинг, сколько у него каких выпало. Так, ну что? Можно смело сказать, что Паша продул. Он даже фиолетовое не соберет.
Ниндзя. Четырнадцать пятнадцать, ребят. 14-15. Ниндзика собрали только. Это жесть. Зато имбовых героев, конечно, понавыбивали. Раз, два, три. Та-да! Вот так вот. Даже, ребят, за 51к не собрали, одного нам не хватило. Ну, в принципе, это не страшно. С этим мы разберемся. Поехали на второй аккаунт. Потом плюшки пособираем. Поехали на второй аккаунт. Там аккаунт тоже интересный. Так, вот такой вот иная. Гильдии, насколько я да, знаю, она не находится. По донатику. Тут, ну, немножко она преуспела. Так, а что у нас там, кстати, по архе? Сегодня будем бить? Или завтра? Так, что нам тут нужно с героев? Рогатка, Махатма и Буги. Вот так вот. Все остальное есть. Тоже запакованный ак. В принципе, все, что надо, есть. Огник есть. Поехали. Поехали сливать самоцветы. Жесть, конечно. 50к и не собрать. Это все тех три вместе, которые упали. Дед Мороз, фея. Смерть. Королева Гарпий. Кубчик, рыцарь, триантик, профессор Рибет, еще одна фея. Девочки хотя бы феи падают. Ведьма. Ведьма. Да блин, как-то ну, как-то так странно падает одно за одним. Биги, неплохо. Да что такое? Ну посмотрите, ведьма, Рибет, ведьма, Рибет. Ниндзя, королева Гарпий. Честно скажу, я что-то в шоке. Одно и то же самое сыпет подряд. Посмотрите, ну реально. Что это такое? Блин, ну мы здесь уже 10 насобирали. 11. Малышник. А, ребята, малышник есть. Отлично, порочный пакт, поздравляю. 12 уже, по-моему, у нас этих. Так, бульдозер, друид. Ну, где недостающие? Блин, не люблю ролить на таких аккаунтах. Ронин. Очень сложно недостающего выбить. Дракос. Блин, да мы уже, по-моему, все практически собрали. Три слизня осталось. 35к половина. 35к мы потратили. Кто-то говорил, на черный день есть самики. Ну, 1000 саму. Огонь. Так, ну что? Дед Мороз. Ну все, вроде она насобирала уже. Где-то как и у меня 41к. Не насобирала. Ой, вот так вот. Ну-ка, ради интереса, у меня 41 400, здесь 42 100. Ну, соберем сразу это все, поехали, добьем дальше. Еще один сердцеедка. Так.
Бинго. Ну что, Оль, поздравляю. Походу, Паша выиграл. Во-первых, он не собрал. Во-вторых, ему не выпала даже рогатка. А тут мы хотя бы рогатку словили, но еще бабульку было бы неплохо. 24К у нас есть. Пупчик. Смерть. Ну, давай, 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 бабульку. Бабульку либо буги. Ну, рандомчик, душек, пара. Честно скажу, заклинательница. Герои вроде и падают, но, блин, сноу. Ладно, ролим до последнего. Капитан Дрейк. Блин, тут купидоны сыпят полным ходом. А там одного слизня не хватило. Еще и призрачный всадник под конец подкатил нам. Собрать, собрать. Так, ну что такое? Вот такая вот награда здесь. Ну, зато мы собрали фуловую колью, в принципе, там за 42К собрали все. С чем поздравляю. Ну, вот так вот. Вот так вот. Так, поздравляю. Ну, что? Поехали обратно на аккаунт Паши. Посмотрим. На этот новый аккаунт. В общем, по сути, в батле выиграла Оля, и, в принципе, хотя бы достали одного недостающего героя. Честно скажу, достать недостающего очень сложно, потому что когда у тебя есть практически все герои, чем больше дальше у нас героя будет, тем сложнее нам будет что-то выбить, получить. Но, видите, вот 51К не хватило, поэтому я и говорю, что 40К это уже как минимум, чтобы собрать. Да, бывает, кому-то везет, бывает нет. Ну, думаю, с этим мы проблему тут решим. В общем, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, ставьте лайки, репостики, все дела. Все я забрал, в общем, называется, показал вам картинку гильдии. Кидайте заявочки, вступайте, кидайте заявочки сюда, вступайте. В общем, такие вот дела, ребят. Всем удачи, всем пока.